Здравствуйте, уважаемые зрители! Представляю вашему вниманию сварочный аппарат ювелирного и индустриального назначения. Данный аппарат максимально приближен к возможностям лазерной сварки. Он позволяет сваривать и фиксировать детали из золота, серебра, платины, палладия, меди, латуни, титана, никеля и так далее. В ювелирной отрасли он нашел применение для фиксации крапанов, штифтов, шинок небольших колец, заварки потертостей в концевиках цепей, сварка колечек на цепях, кулонах, серьгах, а также может применяться для сложных ремонтов эксклюзивных изделий, не раскрепляя камни и не повреждая эмали и различные покрытия на изделии. Состоит из самого аппарата с амперметром на передней панели, двумя ручками регулировки силы импульса, разъем подключения педали для управления, кнопки включения-выключения, сама педаль, двух разъемов подключения держателя вольфрамового электрода и пинцета для того, чтобы удерживать изделие при сварке. Также сам электрод вольфрамовый в комплекте идет. Мощность данной модели 400 Вт. Сила сварки регулируется в пределах от 0 до 50 ампер. Вес примерно 7 кг. Дальше покажу вам сварочный аппарат в работе. Покажу на примере золота. Колечко диаметром 1 мм. Вот видно разрез на нем. Заварим. Подносим к электроду на расстоянии 1-1,5 мм. Нажимаем на педаль. Все запаяно. Видно. Покажем следующее колечко, еще возьму. Точно так же подносим, выдерживаем расстояние, нажимаем на педаль. Все проварено. Можно это использовать при пайке якорных цепей. Шов получается качественным, что облегчает процесс пайки в несколько раз. Всем спасибо за внимание.